сколько должна стоить репетиция. Ну, давайте так, прям конкретно начнем разбирать. Конкретно в Москве, да, то есть в Москве в среднем, то есть день свадьбы плюс репетиция. На репетицию приезжает она к вам. Не вы к ней, а она к вам. Если, конечно, вам некуда ее пригласить, то, конечно, приезжайте сами. Но, конечно же, нам с вами удобнее, чтобы они приезжали к нам. Нам не надо никуда ехать. Это наше место, там, студия или где-то, может быть, у вас какой-то угол в вашей даже квартире, там, что-то оборудовано. То есть задача, чтобы она приехала к вам. Почему? У вас на вашем рабочем месте все инструменты, вся косметика, все волосы, у вас есть кольцевая лампа, у вас есть фон, где это все красиво сфотографировать. То есть поводов, почему она должна к вам приехать, их очень много. Поэтому на репетицию приглашаем к вам. Так вот, я беру 30 тысяч, 60 тысяч и 100 тысяч в зависимости от дат. То есть самая непопулярная дата вызвать меня, там, да, сделать прическу, макияж, это 30 тысяч. Меня, вы понимаете, Анну Комарову, да, то есть это как бы Анна Комарова, это даже, ну, 10 тысяч рублей. То есть средняя цена в Москве за репетицию за день свадьбы 10 тысяч рублей, средняя, то есть минимальная цена, вот самый минимум, скажем так, да, это 7 тысяч рублей. 7 тысяч рублей, это даже там 6 кто-то берет, это начинающие стилисты, которые вот прям вчера закончили курсы, вот им выдали дипломы, и она такая вот буквально пошла вот сразу же руку нарабатывать, да. То есть это где-то начинающие. Средняя цена – это 10 тысяч, средняя – 10-12 тысяч. Топ, да, то есть премиум-стилисты прям высокого уровня, кто давно работает, премиум-стилисты в моем агентстве стоят 25 тысяч рублей. То есть это прям high-level, да, такой прям, это преподаватели моей школы, и это стилисты, которые с опытом работы 15 лет где-то, да. Ну, если говорить кратко, вообще, конечно, здесь нет такого, сколько лет вы работаете, столько вы и стоите. Вообще, ваша стоимость, она зависит от вашего портфолио. И у меня есть эфир, который я заявила в марте, дату точно не помню, посмотрите в посте. Там я буду конкретно рассказывать, как сделать портфолио, чтобы ваши услуги стоили 25 тысяч рублей, даже если вы 2-3 года в индустрии. То есть есть такие лайфхаки, штучки, когда вот можно просто взять себя за волосы и из эконома вытащить в премиум. Это все в другом эфире. Сегодня же сколько должна стоить репетиция? Давайте мы сейчас возьмем вот эту цифру 10 тысяч рублей. Сразу же объясню, я прям слышу ваш, знаете, вопрос. Как так? Да у нас в Новосибирске средняя пятнашка, или у нас в Ижевске средняя, там, не знаю, 13, там, это в Ижевске, так у вас в Москве, наверное, дороже. Понимаете, в чем дело? Чем больше город, тем больше конкуренция, тем больше, скажем так, предложений и тем ниже ценник. Чем больше город, тем больше невест, да, то есть стилист, который, допустим, стоит 10 тысяч, он за утро берет двух невест, и все равно за утро-то зарабатывает в итоге 20 тысяч. А стилист в более маленьком городе, особенно не в миллионнике, да, там, я почему сейчас сказала Новосибирск, потому что я четко знаю, что в Новосибирске средняя цена за прическу с макияжем, с репетицией стоит 15 тысяч. То есть в Новосибирске ценник выше. Или, например, в Санкт-Петербурге ценник выше, чем в Москве. А в Москве ниже. Опять же, потому что Москва включает в себя, помимо Москвы, еще все вот эти пригороды. Одинцово, Мытищи, там, ну, еще много-много-много городов различных в пригородах, да, где цены ниже. И поэтому получается, что среднее, вот когда оно бьется, вот такая вот цифра. Я вам скажу, что когда я начинала, только заходила в эту индустрию, мы открыли наше агентство, это 2011 год, я была как бы классным стилистом, но я не была суперизвестной Анной Комаровой, я просто была хорошим свадебным стилистом. Мои услуги стоили 15 тысяч. То есть тогда, 10 лет назад, цены были выше. Сейчас цены упали. Цены упали, но
увеличился спрос, что круто, да? Почему? Потому что появилось огромное количество социальных сетей, и помимо свадеб мы еще активно работаем для съемок, просто на аватарку фотку надо, на день рождения, беременяшек и так далее. То есть сейчас намного чаще заказывают макияж. 10 лет назад это было, ну, 50 раз меньше, скажем так, да, заказчиков, чем сейчас. Поэтому сейчас, это, знаете, как с такси. Вот такси, Яндекс.Такси, самая маленькая ставка за километр в Москве. Вот, например, в Сочи ставка в 3 раза больше за километр. Почему? А потому что вот Сочи, да? А в Москве будет дешевле. То есть многие думают, что в Москве, о, там так супердорого. В Москве только супердорого одно – недвижимость. Да, все остальное не особенно-то супердорого. И шмотки, и стилисты, и фотографы, и так далее. Это все можно в очень такие разумные суммы заказывать. Ладно, возвращаемся. Сколько должна стоить репетиция? Если у нас средняя 10 тысяч, из 10 тысяч репетиция будет приблизительно 3000 рублей, ну 3500. Репетиция никогда не может стоить ровно столько же, сколько свадьба. Вы, выставляя стоимость своей репетиции, должны понимать, сколько стоит свадьба у меня. Да? Допустим, вы хотите, для вас комфортно, вы понимаете, да, что вот эта вот сумма, за которую вы готовы выехать, это, например, ну, скажем, 7 тысяч рублей. Вот за 7 тысяч рублей вы готовы выехать на свадьбу. Это для вас классно. Просто вот сделать прическу и макияж. И вы делите вот эти 7 тысяч напополам приблизительно, да? Получается 3500. То есть вот плюс 7 тысяч свадьба, плюс 3500 у вас получается репетиция, итого 10500 получается, да? И что, знаете, интересно, в итоге получается приблизительно одинаково. То есть как вы берете оплату? В день репетиции вы сделали репетицию, сделали прическу, сделали макияж, она говорит, сколько? Вы говорите, 3500, это сама репетиция, но еще предоплата за свадьбу. Предоплата за свадьбу составляет еще 50%, да? Ну, у всех по-разному 30-40. Ну, грубо говоря, в день репетиции она должна вам отдать половину. То есть, если у вас свадьба, все вместе 10500, то в день репетиции она вам должна отдать 5250. Это репетиция и это свадьба, да? Теперь разберем ценник чуть повыше. Ценник чуть повыше, соответственно, там 15 тысяч, это средние наши топ-стилисты. Если в ценнике 15 тысяч, то 5 тысяч – это репетиция, 10 тысяч – это сама свадьба. И 2500, соответственно, за день свадьбы. То есть итого она вам отдает 7500. Если мы делим 15 тысяч, то ровно половиночку вот эту она отдает вам в день репетиции. Важный вопрос. Если она по каким-то причинам отказалась, да, внесла, заплатила за репетицию, внесла предоплату, но отменилась свадьба, там что-то вот произошло, что же делать? У вас должны быть условия, что, например, я возвращаю предоплату в том случае, если вы отказались не позднее, чем за месяц до свадьбы. Если вы отказываетесь за неделю, предоплата не возвращается, потому что, скорее всего, за неделю никто не будет спрашивать эту дату. А особенно популярные даты, там какие-то там 12 июня, 7 июля, 2 августа, 2 сентября, вот эти вот особенно популярные даты, их и за 2 месяца я предоплату не возвращаю. Но ситуации бывают разные, и я тут хочу вам сказать, что нужно действовать, конечно же, от сердца. Если вы чувствуете, что нужно вернуть, верните, потому что я за то, чтобы брать деньги только за, ну, отработанное, да, то есть я, лично я, предоплаты возвращаю всегда, мне чужого не надо, мне Вселенная и так даст денег не с этого, скажем так, источника, не от этой невесты, так вот от другого какого-то источника. Потому что когда мы через особенно ругачку, да, какую-то, она мне «верни предоплату», «не верну предоплату», «нет, верни», «я не верну»,
начинается конфликт. Вы в этом конфликте теряете очень много энергии. Зачем? Вы бы лучше эту энергию потратили на поиски новой клиентки, да? Сделали какую-то съемку, написали крутой пост там, и так далее. И вам придет еще 5 клиенток, чем вы будете ругаться с той самой. Итак, подводя итог, сколько должна стоить репетиция? В 2 раза дешевле, чем свадьба. Почему? Нет, ну почему? Сидит вот сейчас Марья Ивановна на кухне и говорит: нет, Анна, я не понимаю, почему? Я, значит, должна ей делать прическу, макияж, тратить на нее 4 часа, 3 часа времени, а должна, значит, я меньше денег взять. Почему? Представьте, если вы идете в салон покупать себе машину. Допустим, желаю всем купить себе Мерседес. Пришли вы выбирать себе Мерседес и говорите: мне нравится вот этот вот Мерседес, можно я на нем прокачусь? А вам продавец в магазине говорит: платно. Вот чтобы на нем прокатиться, чтобы попробовать вообще, нужен ли он вам, 15 тысяч, вот катайтесь, вот буквально часик вокруг. Вы скажете: в смысле? Я как бы хочу тест-драйв, я хочу попробовать, а я и даже не знаю, а понравится ли мне. Вот тут вот со свадьбой то же самое, вы поймите. То есть она у вас заказывает свадьбу, а свадьба заведомо в 2 раза дороже, чем свадебная, чем вечерняя прическа, чем любая такая просто укладка. Это, кстати, еще отдельный эфир будет по поводу цен, это другое совсем. Почему, да? Потому свадебная прическа в 2 раза дороже, чем вечерняя прическа. Это отдельная большая тема, сейчас не буду на этом останавливаться, просто примите это сейчас, эту информацию. И она готова вам платить уже за свадебную прическу в 2 раза дороже. И она как бы хочет попробовать. Я вам скажу так. Я когда начинала только, когда меня еще вообще никто не знал, и я такой был супер свежий свадебный стилист, я репетиции проводила бесплатно. Да, то есть я прям, у меня прям реклама была на каком-то сайте: приходите, проведу репетицию. То есть у меня было бесплатно. У меня не было супер огромной записи, у меня тогда еще не было детей, мужа. Я была совершенно свободна. Мне было там 23-25 лет. Я говорю: хоть с утра до вечера буду бесплатно вам крутить. Вот. То есть мне это было по кайфу. Я как бы руку нарабатывала на этом. И что интересно, ценник у меня при этом был за саму свадьбу 15 тысяч. И что вы думаете? Конечно, если я делала потрясающую прическу, потрясающую красивую макияж, шикарно. Она прям такая: вау! И даже если, может быть, до этого у нее было: а, ну ладно, попробуй, потом себе другого стилиста найду. Ты попробуй, попробуй найди себе другого стилиста, который тебе сделает так же круто. Но тебе еще нужно будет провести репетицию, чтобы убедиться в том, что он сделает так же круто. А это дополнительные расходы. Понимаете, да? Фишка. И в итоге все эти клиентки, которым я делала бесплатно репетицию, в итоге у меня заказывали свадьбу за 15 тысяч 10 лет назад. В общем, есть такая уловочка, да? Используйте в своих городах, очень быстро станете известными стилистами, да? Если вылом, ну, это уже, это ваше дело.